Федеральный проект оздоровления Волги предусматривает строительство очистных сооружений. В Саратовской области самая большая протяженность акватории, но региону выделено всего 92 миллиона рублей. При потребности свыше 50 миллиардов. Мы обратились за поддержкой к депутатам Госдумы, сенаторам от Саратовской области, полпреду президента ПФО. Профильное министерство мобилизовано, тесно взаимодействие с районами для оформления максимального числа заявок. Балаковский район, как Волжская территория, должен принять здесь самое активное участие.